Ленин. Приветствую всех фанатов бадминтона на нашем канале. Итак, тест ракетки номер 672 Ленинг 3D калибр 300. Стоимость варьируется 55 фунтов в Европе, Азии, Америке. Вы также можете приобрести ее в Москве, а мы доставим в любой регион России. На сайте www.leningcenter она продается за 5900 рублей. Итак, в этом видео мы поговорим с вами о характеристиках ракетки, сравним ее с другими, обсудим дизайн ракетки, скажем свое мнение о ней, а затем приступим к ее тестированию. В этом году мы больше не тестируем ракетку, делая подставки в корзину, поскольку этот тест не нашел откликов среди пользователей. Сейчас мы тестируем ракетку по всему корту, у сетки, на задней линии и в средней зоне. Рассмотрим характеристики этой ракетки. Покупая ракетку в магазинах, вы найдете на рукоятке, стержне и ободе стандартную информацию. On the racket whatsoever, apart from, you know, the standard 3D caliber, Aerotech beam system и другие технологии Ленинга. Сверхтонкий прочный стержень, ага, увеличенное игровое пятно. Итак, перейдем к цифрам. Вес ракетки 83 плюс-минус 3 грамма. Наш тест показал, что весит ракетка 87,7 грамма. Вы видите, что это вес с обмоткой и натяжкой. Баланс ракетки 296 плюс-минус 4 миллиметра, то есть немного в голову. Исходя из нашего теста, баланс 309 миллиметров, то есть больше в сторону головы. Гибкость. У Ленинг сказано: очень гибкий стержень. Наш тест также показал, что стержень гибкий. Что касается дизайна, то это типичный Ленинг. Немного графики на ободе, одинаковый здесь и здесь. Скромно, но со вкусом. Как обычно, расцветка ракетки превосходная. Привычные высокие стандарты Ленинга, высокоэффективное производство. Желтый цвет вверху, здорово. Посмотрите фото поближе и убедитесь сами. Перед тем, как я подведу итоги, нужно упомянуть размер рукоятки. Размер рукоятки. S2. Максимальное усилие при натяжке 30 фунтов. Это 13,6 килограмма. Материал карбон. Произведена в Шиши, Фуцзян, Китай. Хорошо.
Что я думаю об этой ракетке? Она жестче, чем должна быть, и тяжеловата. Нужно помнить об этом. Если вы защитный игрок, она вам не подойдет. Что еще есть у нее? Если говорить проще, это типичный ленинг. У нее хороший уровень контроля при сильном смэше. Но везде, где нужна скорость, она может подвести. Быстрая, плоская игра и защита не ее конек. Да и ваши коронные удары, фишки потеряют красоту с ракеткой весом 87,7 грамма. Она кажется мне тяжеловатой. Для быстрой игры лучше поискать ракетку полегче или с другим балансом. Итак, вам нужно знать, что мы натягиваем все наши ракетки струной Yonex BG65 до 25 фунтов. Используем валаны Yonex Aerosense 30 во всех тестах и одного и того же игрока. Далее смэш-тест и проверка маневренности ракетки 3D-калибр 300. Поэтому нам нужно прощаться. Всем пока, увидимся в следующем видео. А вот и смэш-тест.